Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня мое видео посвящено тому, как дочка пошла в магазин перед Новым годом покупать себе всякие вещички. Давайте начинать! Ага, алло, мам, да. Так, купить одежду, так, бантик. А, все, как я тебе говорю. Так, возьми корзинку, ага. Правда, можно какую-нибудь поняшу взять. У-ху! Так, если все, ага, по списку. Да, у меня скидочная карта. А, телефоном расплатиться? Как в рекламе? А, все, я поняла, да. Пока. Все, пока. Телефончик мой. Все. Пик. Так. Что тут надо взять из вещичек? Мама сказала, для дачи. А, вот, для дачи. Ой. Игрушечного тюленя такого, чтобы стоял в траве с цветочками. Так, корзинку возьму. Иди. Туда иди, тюлень. Так, тюлень есть. А потом она сказала взять... О, вот она, расчесочка новая. Сумочка. Вот такую сумочку. А еще она сказала взять какой-то ободок себе. А, наверное, вот этот ободок. Да, красного цвета, как раз есть красный. Ха-ха. Так. И можно зайти себе поняшку купить. Ой. Поняши. Ой, тут не только поняхи. Это же куколка. Белоснежка. Ой, тихонечко. Это же Белоснежка. Ну, где мой телефон? Где мой телефон? А, телефон. Новая версия, вау, Белоснежка, ой, хочу, беру. А сейчас пик. Алло, мам, а можно мне еще взять поняшу и Белоснежку? Ну ладно, бери, пик. Давай. Возьму Белоснежку, а поняху возьму. Да ладно, это новая вещь, как его зовут, я не помню. Каблер, вроде бы, это яблочный каблер, так зовут. Возьму Apple каблер, возьму ее. Ну, подожди, еще мама хотела, чтобы я ей купила. Она сама хотела, я ей подарила сумочку, вот эту сумочку. Новую. Или она хотела кому-то другому. Это. Так, секундочку. Так, пойду еще что-нибудь сейчас посмотрю. Сейчас. Поговорю с мамой. Итик, пик. Ой, алло, мам, да. Да, значит, надо... А, ты уже подходишь? А, что, уже прям почти рядом с магазинчиком? Подожди, как? Ой, господи. Очередь, как она так быстро образовалась? Я ведь... Надо теперь занимать. Заново. Ну, через час мама подъедет на машине. Ой, карете, простите. К Новому году все решили купить все шмотки. Не одна я такая. Ну, с мамой. Ой, что только не берут. Так. Здравствуйте, ложите свои товарочки. А мне, пожалуйста, вот эту сумочку Monster High и и такое новогоднее, ой, колечко, да, пик, пожалуйста, спасибо за покупку, а сколько с меня, а, ой, извините, с вас всего 500 рублей, ой, а, держите, так, 500 рублей, держите. Так, забирайте вещички. Давайте. Спасибо за покупку. Берите, давайте. Вот. Все, спасибо. Покупку. Так, проходите дальше. Мне, пожалуйста, вот этот... Как это называется? Мне вот этот букет цветов. И, пожалуйста, вот эту вот заколочку красивую. Ага. Так, пик с вас 900 рублей. Держите.
Да, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Да, до свидания. Ой, ой. Здравствуйте, здравствуйте. Так, вот мне, пожалуйста, пробейте сумочку, ой, папочку. Пик, хорошо. Вот эту пони. Да, пик. Сумочку эту. Пик. Ой, сумочку мацахай. Расчесочку. Пик. Потом Белоснежка, пони. Пик. Ой, извините, кукла. Ободок. Красный пик. И садового такого игрушечного чилиня. Ага, пик. Так, пробить, пожалуйста, мне это все. Сейчас. Девочка. Так. Так. С вас 1500 рублей. Это так дешево. А, ой, простите, ошибочка. 2000 ровно. Сколько эти пони стоили? Да они сейчас по скидке, каждые по 200. Остальное цена указана. Хотя нет, они по 500 стоили, а остальные вещи стоят, ну, как на ценнике указано. А, ну да, все. Так, у меня скидочная карта, вот, держите. Ага, пик. Все, спасибо за покупку. А вам корзинку? Пожалуйста. Эй. Корзиночка, корзиночка. Ой. До свидания. Да, до свидания. Заходите к нам еще. Заходите к нам. Заходите к нам еще. Так. Ой, мама. Ой, дочка, ой, ты уже все купила? Точно все, как я сказала? Да, как ты сказала. Вот твоя сумочка. С всякими, ну, с всякими твоими багажами. Ага. Так, ну, давай. Ай, пойдем. Идем. Ой, телефон забыл. Телефон забыл. Всем пока, вы были на телеканале Тыковка ТВ, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте мои видео и смотрите за новыми видео, потому что они все лучше и лучше становятся. И это видео было посвящено Новому году, как скоро праздники у нас зимние. Ура, ура, всем пока, смотрите дальше наши видео и ставьте лайки.